команда Root Food – индивидуальные ортопедические стельки. Наша команда занимается изготовлением индивидуальных ортопедических стелек, заготовками, комплектующими. Также оборудование для изготовления этих стелек. Работаем мы достаточно давно, на рынке несколько лет. Все российское. Наша продукция российская, она доступнее с таким же функционалом. Смысл тот же, но у нас дешевле просто в разы, потому что у нас нет вот этого плеча логистики, нам не надо никуда это возить из другой страны, ни из Китая завозить, ни из Новой Зеландии, там, к примеру, да. У нас все изготавливается здесь, поэтому у нас и в том числе и поэтому у нас доступная и приятная цена. Да. Но мы просто активно работаем. Нет, я понимаю, но это вот, ну, условно говоря. Ну, не связано, в принципе, вот с ситуацией никак не связано. Да, то есть у нас мы как и шли своим путем, мы так и идем. Развиваемся, растем. Работаем мы с B2B-сегментом, работаем мы с частными клиниками, с массажистами, с подологами, ну, то есть со специалистами, которые работают со стопами, со спиной, с костно-мышечной системой. Ну, то есть это клиники в целом, массажные кабинеты, например. B2B-сегмент. В розницу мы тоже, вот здесь на выставке, по крайней мере, изготавливаем, но активно мы все-таки работаем именно с B2B-сегментом, то есть это опыт. Непонятно по каким причинам, мы до сих пор этого не понимаем. Данная выставка практически провальная. Очень мало людей, очень мало экспонентов. Вообще непонятно почему, потому что два года назад, когда ну, непонятно, что была ситуация, мы думали, что будет та провальная. Она была нормальная, но прошло два года, и вот что-то не так случилось, удивительно. То есть мы за последние несколько лет много где были в каких городах, и странно, что у нас в Санкт-Петербурге почему-то экспо вот в этом году ну, не очень, к сожалению.